Всем привет, я Диана. Я Алина. И в этот весенний день мы растопим ваши сердца. Они дарят тепло и создают везде уют. Они пахнут карамельными яблочками и сводят с ума своими капризами. Они долго красятся, но зато мгновенно в себя влюбляют. Они считают, зачем логика, если есть интуиция. Капризные, нежные, красивые, сумасшедшие девушки. Этот выпуск для вас. Наслаждайтесь. Девушки — это самое такое красивое существо на этом свете. Полиция времени, воруем 2 минуты вашего времени. Игру можно играть вдвоем. Давайте возьмем. Я не хочу с тобой. Давай. Извините, это что такое? Банан для горилл, для обезьян и мартышек. А кто это? Топим шоу. Что? Без тебя, без тебя. Стас Михайлов? В смысле, я продолжу песню? Нет. Самая красивая? Страна. Девочка любимая. Самая красивая? Ты. Что? Для тебя. Рассвет и туманы. Для тебя. Моря и океаны. Ладно, все, хватит тебя. Характеризуйте женский пол 3 словами. Женская логика. Есть. Захватчица, волшебница и принцесса. Вы миленькие и ответственные, вот все. Любовь, Евровидение, Махачкала. Бодипозитив рулит. Что подаришь на 8 марта? Цветы, конечно же, цветы. Вот цветы, как обычно. Цветы. И все. Свою любовь к сыну. Почему женщины долго красятся? Открой нам секрет. Потому что женщина, она в первую очередь хочет для себя выглядеть привлекательно. Медленные очень. Ручки там маленькие. Потому что когда ты выходишь на улицу, она видит в окно тебя на морозе и такая: ой, постою, покрашусь немножко. Они пытаются этим потянуть время немножко, может быть. Чтобы достать вас, мужчин. Да. Почему девушки долго красятся? Потому что много косметики. Хотят, чтобы все было идеально. Я не знаю, я быстро крашусь. О чем мечтают девушки? А ты мне скажи. Чтобы их понимали. О том, чтобы мужчина их накормил. О хорошей жизни. Скорее всего, деньги, власть. О чем мечтает девушка? О чем они только не мечтают вообще? Сложно понять вообще, о чем они мечтают. Что-то делают свое там, развиваются. Как ты думаешь, какие 5 самых важных вещей в женской сумочке? Пистолет. Телефон. Фен. Стиральная машинка. Зубочистки обязательно, потому что если у девушки вот это желтое, там что-то на зубах, это все. Помада. Зеркало. Расческа. Ключики. От чего? От Мерседеса? Квартиры. От квартирки, да. Вот это для, чтоб лак, короче, сушился на руках. А как они поместятся в женскую сумочку? Не знаю, ну, она ж бездонная. У нас тут есть предметы из женской сумочки. Ты сейчас закрываешь глаза или отворачиваешься, берешь слепую и отгадываешь, что это. Ух, это что, лифчик, что ли? А я неприлично что-нибудь вытащу? Нет. Хорошо. Это, короче... Ну, губка, наверное. Что-то для волос? Нет, по-моему, да. А что с ними делать? Надо вот так запихнуть внутрь, сделать там штучку, и красивенько будет. Заплетать волосы? Вот. Да, как серьезно? Ты думаешь? Серьезно? Как это делать? Я покажи. Показал. Вот. Так, переверни. Елочка. Слушай, я стесняюсь спросить, какие ногти ей пилят. Я без понятия, но можно попилить ногти. Пяточки, наверное, чистить. Так, это... это детская игрушка, типа... На пальчике так еще можно делать, все идеально. Чтобы ногти красить, нет? Да. Типа, прищемлять себе палец. Как нельзя праздновать 8 марта? В одиночестве? Без алкоголя. Как день ВДВ. Какая главная женщина в твоей жизни? Моя мама. А давай сейчас позвоним и сделаем приятное. Признаемся ей в любви. Хорошо. Алло, мам. Привет. Привет. Я звоню тебе, чтобы сказать, что я тебя люблю. Ну, молодец. Чего? Да я знаю, что ты меня любишь. Я тебя люблю, мам. Это что значит? Ну, люблю тебя очень сильно, говорю. Да, что ты говоришь? Да. Я тебя тоже. Ой, спасибо тебе, мама. Кись, я тебя люблю. Что?
что? Люблю тебя, говорю. Что тебе надо? Да все нормально, ничего не надо. Ну и что мне делать? Ну все, ну смириться, я не знаю, как-то принять душевно, там нравственно, не страдать, главное. Просто сказать хотел. Что с тобой не так, Максим? Со мной все отлично. Дорогие дамы, желаю найти себе принца на белом коне. Добра, любви, чтобы все у вас было хорошо и замечательно. Самое главное – здоровье, ну и нерв покрепче. Счастье, здоровье, чтобы настроение было хорошее. Чтобы у вас все было отлично с вашей сессией. Я хочу их поблагодарить за ту красоту, которую они дарят нам каждый день. Девушки – это самое такое красивое существо на этом свете. Хочешь поздравить нас? Подписывайся, ставь лайки и пиши комментарии.